Домашних питомцев в последнее время заводят не только ради того, чтобы рядом было ласковое и преданное существо. Мейнстрим в домашней зоологии все чаще определяется имиджевым фактором. Меньшие братья превращаются в своеобразный показатель состоятельности и стиль жизни. А вот нужно ли им это? Вопрос. На, вот, кусь-кусь. Мяско. Сегодня на обед у канадских сфинксов говядина и профессиональный корм. Только так должны питаться титулованные красавцы. В могилевском питомнике канадских сфинксов таких звезд целых 5, двое на вязке. Это самая младшая кошечка в нашем питомнике, ей полгода, Джуди Ника Бьюти. Дома просто Джуля. Окрас у нее черная черепаха. Это у нас один из старичков. Скифона Скиф Шоу. Скивик. Дома просто Скивик. Любимчик, очень ласковый, любит детей. С детьми просыпается, с детьми засыпает. Самый нежный кош в мире. Изюминка нашего питомника – экспрессия Хуавей. Дома просто Уря. Почему Уря? Потому что урчит. Постоянно урчит. Сфинкс донской или канадский у многих вызывает контрастные эмоции. Татьяна говорит, в этой породе масса плюсов. Почему лысые? Потому что они теплые, потому что они классные, потому что они люди. Они не животные, они люди. Они все понимают, что им говоришь. Для меня это самое лучшее. Это мои дети. Их заводили сперва для души, потом для реализации амбиций и планов. Коты привезены из разных питомников Беларуси и даже России. Кот стоит от 300 до нескольких тысяч условных единиц. Но готовы наши люди сегодня платить деньги за сфинксов? Хороших, породистых. Скажем так, есть люди, которые готовы всегда отдать деньги, безумные деньги, и любые, лишь бы приобрести эту животинку. Все у нас кошки титулованные, все имеют как минимум чемпион породы, это минимум, который имеется. Если наши ребята завоевывают какие-либо места, естественно, животное значит стоящее. Животное, там же не один эксперт оценивает, а оценивает как минимум 3 эксперта. Вот и катаются эти киски, как сыр в масле. Все, что требуется, радовать хозяина своим видом. Так как у них нет шерсти, если мы куда-то едем, мы их одеваем. Вот, они у нас модники. Еще один плюс этой породы. Держи. Прям как дырка. Тебя держи, хорошо получается держать. Красотка. Вот в таких платьях мы выступаем на выставке. Спиной, спиной, спиной. Поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» до сих пор актуальна, но сегодня она приобрела несколько иное значение. Мы уже тратим больше средств на красоту и внешний вид любимцев, чем на себя самих. Положение обязывает. Малышка Шицу Анхель сегодня пришла на стрижку. Это такую вы хотите? Вот такую хотим. Для справки, цены привести в порядок любимого друга стартуют от 350 тысяч. В уходе очень уход сложный, шерсть. Вся проблема с шерстью, поэтому нужно покупать специальные средства. Средства стоят хороших денег, поэтому для того, чтобы за ней качественно ухаживать. Если ты ее день не почесал, не привел порядок, все. То есть она имеет вот внешний вид, как на данный момент. То есть не дешевле, чем иметь третьего ребенка? Да. Да, не дешевле, нет. Одежда, не дешевле. Да, соответствующие там лекарства, прививки. Сколько тратить требуется, деньги. Столько тратится, да. Да. Вам она надо? Вы знаете, надо. Многие так задают такой вопрос, вот вы приобрели себе игрушку, ну почему? Надо, она дарит нам радость. Да, и уже, скажем так, по сравнению с кошкой, то есть, да, это абсолютно другое животное, то есть, да.
А на Тайване, к примеру, писк моды, стрижки геометрические. Каждый уважающий себя житель стрижет собачку так, чтобы ее голова представляла собой либо квадрат, либо идеальный шарик. Выглядит очень забавно. А вот еще одна ходовая тенденция среди поклонников гламура – рестайлинг кошек. Животные от ушей до хвоста могут не только выстричь на манер льва или пумы, но и покрасить, сделать глиттер, тату и маникюр. Можно сделать интересный хвост трубочкой, можно сделать как бы на спинке что-то выбривать. Ну, это опять-таки все зависит от котика, поскольку для них это очень большой стресс. В свое время, когда только началась такая процедура, быть модной, скажем так, спрашивали, почему дороже стоит стрижка животного, чем стрижка хозяина. Объясняю, потому что хозяин не сидит, не кусается, точнее, сидит спокойно, не кусается, делает все как надо, слушается своего парикмахера, своего мастера, не царапается, не кричит, не орет. Понимать, чего именно хочет твой питомец, конечно, очень важно. Японцы научились переводить кошачий язык. Во всяком случае, они так утверждают. Перевести с кошачьего на человеческий поможет гаджет Мяулингвал. Устройство уже можно приобрести в японском онлайн-магазине почти за 170 условных единиц. Создатели утверждают, что устройство может распознать одно из шести настроений кошки по мордочке и перевести примерно 200 кошачьих мяу на человеческий язык. Пока что, к сожалению, только японцы. Зооиндустрия, надо отдать должное, на любовь к животным отреагировала быстро. От батончиков мюсли и фазаньих грудок в виде лакомства до всевозможных одежек для котов и собак. Милое платьишко для Йорка стоит 400 тысяч, ровно половина, наверное, того, что можно приобрести для себя в обычном магазине. Домашний питомец журналиста Весты Смирновой цверкпинчер Айва – та еще модница. В ее гардеробе всевозможные жилетки на каждую пору года, ботинки и даже носочки. А ведь малышка растет. Ну, немножко маловато. Они, знаешь, они как будто не маленькие, а передние лапки нормально, а задняя теряет меня. Но, видимо, когда бежит, отталкивается именно сильнее. Я всю зиму искала ботинки здесь по району. А сколько ботинки стоят? 400 тысяч. Экзотичнее ваш друг, тем выше статус. Игуаны и змеи дома уже никого не удивляют. В моде зверюшки карликовых размеров, ежи, мини-пиги, кролики и карликовые козы. И только представьте себе сервалы, кайманы и хорьки. Последних, кстати, в Могилеве можно пересчитать по пальцам, а значит, вы обладатель эксклюзива и внимание обеспечено. Да, он очень ласковый, но он не любит мужчин. Ну, это друг. Он постоянно, вот когда грустно, он может, например, очень забавные вещи делать. Ну, что он делает, например? Вот кот играет с клубком, а он... Он тоже может играть. А еще он любит в норы залазить. Он нашел мой капюшон. Но будьте готовы, что шустрик с утра до ночи будет раскапывать цветы, воровать носки, играть с мячиком, нападать на ноги и вообще развлекаться по полной программе. Стоит такая радость по-разному, и $100, и 500, и больше, зато смотреть на хорька – это как смотреть на огонь. Любоваться можно часами. Хорошая? Да. А кто это? Мышка. Мышка? Хорек. Ради получения редкого окраса или даже новой эксклюзивной породы заводчики идут на всевозможные скрещивания. Человек постоянно пытается то увеличить, то уменьшить домашнее животное. Больная тема для ветврачей. Конечно, это несет за собой достаточно много проблем для владельцев этих пород и для ветеринарных врачей, потому что развиваются генетические аномалии, генетические заболевания. Такие заболевания, например, как болезнь Легопертеса, это болезнь задних конечностей. В основном это йоркширские терьеры. Ветврач с многолетним опытом Григорий Шнур видел многое, но, признается, никак не перестанет удивляться людям, которые приносят на усыпление животных, столкнувшись с малейшими трудностями. У этого кота была серьезная проблема со здоровьем. В клинику его принесла хозяйка. Мы животное прооперировали. Сделали так, чтобы его болезнь, с которой он пришел к нам, больше к нему никогда не возвращалась. Однако хозяйка за котиком не пришла.
Вот, поэтому вот это милое создание ищет добрые руки на сегодняшний день. Вот, пока будет жить у нас в клинике. И если для одних важна порода, окрас и титулы, другие готовы брать в дом обычное животное, из документов у которых только усы, лапы и хвост. Рыжику всего год, у него был компрессионный перелом позвоночника, поэтому ходит в подгузнике. Волонтер Юля взяла его на передержку на неделю, а усатый-полосатый живет у нее до сих пор, но пристраивается в частный дом. Все-таки воспитывается народ уже и понимает, что какая разница, сколько стоит твой друг. Мне кажется, это не имеет никакого значения, стоит он штуку баксов, $100, или вы его подобрали под кустом. Мне кажется, такие животные, они еще гораздо благодарнее своим хозяевам. Конечно, как каждый смотрит или свой бюджет, или свои возможности, но мне кажется, животных надо брать с улицы. И обязательная стерилизация. Почему именно Йорк? Не знаю, так понравилась такая нам собачка. Любим ее. Потому что... За что? За все, потому что она у нас умничка. Да, ходит на пеленочку. Свой положен. А правда говорят, что собака похожа на своего хозяина? Видите, красивая. Мама красивая, папа красивый. Среди домашних любимцев все еще популярны добрые, мягкие и дружелюбные породы собачек, но обороты набирает новая тенденция, рассказывает инструктор Олег Образовский. Человеку нужна собака-компаньон. Если в 90-е годы самым продаваемыми собаками были ротвейлеры, кавказцы, азиаты, кто мог защитить человека, потому что другого этого способа не было, и в большем случае уже уделяют внимание красивым собакам. Как называемых шоу, модель, где они очень красивые по анатомии, они прекрасно там на выставках себя демонстрируют, но охранное качество их достаточно низкое. Сейчас пошел спрос на собак рабочих, именно ведомства, и спортсмены стали. Это собаки, которые на уровне спорта. Они очень подвижные, энергичные. Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается. И на кошек ноль внимания, вот это воспитание. Конечно, дружбу за деньги не купишь, но друга можно, если этот друг домашний питомец. Главное понимать, что он не очередной предмет интерьера, а как минимум живое существо.